конечно, мы им показываем хрустальный замок. Вот это. Проходят, где святая святых. Вот. Раз. Его при всем желании невозможно представить без кошек. Для своих четвероногих он выстроил хрустальный замок. У кошек есть свой отдельный лифт для спуска на сцену, а их усатые портреты встречают уже с порога. Солидные коты Дэнди на мраморной плитке под ногами, в коридорах, за витражами и стеклами. Знаменитый клоун Юрий Куклачев им посвятил свою жизнь. Но мало кто знает, что прежде он посвятил ее Богу. Я ведь родился после войны, когда отрицание было страшнейшее, когда бабушки вот все отрицали, души нет, церкви разрушали, но в каждой хате у нас вот висели иконы. И я вот, можно сказать, родился под иконами, вот иконы Божьей Матери, как вот сейчас помню. Ночью проснусь, смотрю, лампадка, она всю ночь горела. Так хорошо, так тепло. И вот эта женщина, которая была на этой картиночке, так смотрела на нее, какие у нее нежные глаза, как она так прижимает этого мальчика. Понимаете, вот я же не понимала еще ничего. Бабушки нам ничего не объясняли, они боялись, потому что они знали, что могут наказать, исключить из комсомола, крестик надо прятать, ни в коем случае, чтобы крестик не висел, в детский садик не возьмут и все это. Понимаете, и было сложное время. Сложное послевоенное время, когда храм в бабушкиной деревне был разрушен, иконы чудом уцелели. Жила бабушка Юрия Куклачева в деревне совсем не с коммунистическим названием «Спас» Волоколамского района Московской области. Маленький Юра проводил там каждое лето. Вот такая деревня, там церковь стоит, «Спас». Вот, церковь. И вот такая вот деревушка называется «Спас» на горе. Такая красота, мы в детстве всегда... Анара была мелкая река, потому что когда там за пруду сделали, электростанцию поставили маленькую, и мы пешком ходили, и прям до Спаса. Знаете, на автобусе там в Стремилово раз пройдем, и до Спаса пешком идем по реке, там маленький тик-тик-тик. Ой, это, вот это все детство там проходило. В этом году ему исполнилось 70, но те детские воспоминания... до сих пор перед глазами. Сколько уже лет прошло, оно у меня здесь, это трепетное чувство. И бабушки все время приходили, когда храм разрушили, иконы разрешили разнести по хатам. У нас стояла большая икона Божьей Матери. Все в субботу приходили, молились. И это на меня смотрю, приходят бабушки. Они ничего не говорят, с нами не разговаривают. Они просто... И пели, и все. И мне, я так сяду за печкой. Слушаю. Потом как-то соседка наша беседу с нами вела. Вот у меня брат, мы с ним вместе были. Вот жили все время мы ровесники. И она приведет, идите сюда. У нее вообще было икон, столько всякого, хата была, от потолка до все. И вот она нам рассказывала, объясняла все. Мы так, затаив дыхание, слушали. Потом разворачивала какую-то картину. Но если ты... Вот это я сейчас уже... Микеланджело. Картину. И там все, ад, все это. Вот если ты не будешь себя вести неправильно, то вот тебе ад, сгоришь там все. И то, я так это чувствовал. Ужас, так не хотел я там. Из этого прошлого он вынес первые свои уроки нравственности. Хотя мальчишка сути происходящего не понимал, он всей душой тянулся в этот новый для себя мир – поиска Бога. Помню, как мой папа впервые привел меня в цирк. Вокруг все сверкало, кружилось. А я маленькая была и растерялась. И тогда я впервые нарисовала цирк. А вот детство у моего папы было непростым. Детство самого доброго клоуна действительно было непростым. Чтобы стать известным, он прошел тяжелый путь. Когда меня в шестой раз не приняли в цирковое училище, то появилась пустота, и внутри будто кто-то тихо нашептывал. Смирись, успокойся. И в тот момент я начал уже чувствовать себя обгоревшей свечкой. Слабый огонек, который вот-вот угаснет. В это трудно поверить, но в цирковое училище он поступил только с седьмого раза.
Год за годом упорно пробовал снова и снова, но не брали. Это была школа на выносливость. И теперь дети Юрия Куклачева гордо рассказывают эту поучительную историю другим детям. Отец нежно прижал меня к груди и тихо сказал: «Сынок, ты ошибаешься. Я знаю человека, который верит в тебя». «Кто?» – растерянно спросил я. «Твой отец». Всего два слова, и воинственный дух победителя закипел во мне с неудержимой яростью. Вот она, таинственная сила слова. Глаза заблестели, сомнения исчезли. Собственная история клоуна Юрия Куклачева – это еще и история о вере. Именно она помогла преодолеть уныние и отчаяние. В 1963 году он поступил в профессионально-техническое училище, учился на печатника, по вечерам занимался в народном цирке при Доме культуры, а через 4 года стал лауреатом конкурса и студентом циркового училища. В 1971-м сбылась еще одна мечта. Юрий Куклачев стал артистом «Союз госцирка». Жизнь била ключом, карьера шла в гору, семья, ребенок. И вдруг решил креститься. Это никак не вязалось с коммунистической концепцией, а Юрий Куклачев к тому времени был ни много ни мало парторгом. Я был такой комсомолец, который все создавал, организовывал бригады, ездил. Я уже, так сказать, прошел стадию там комсомол, партия. У меня родился сын. И я, значит, тете позвонил, говорю, она звонит, говорит, надо сына покрестить. Я говорю, конечно, надо, потому что понимаешь, что надо, а как? Я же парторг, сейчас в церковь пойди, тебе тут же будет докладная. Однако, несмотря на страх быть исключенным из партии, Юрий Куклачев решил рискнуть. К тому же родственница убедила, священник не выдаст, человек надежный. Короче, она меня повезла к Меню, и вот мы... Значит, остановили машину на обочине и в церковь к нему туда вот беседовать, я помню. Я еще не знал, что это знаменитый человек. Это вот... Как так угораздило именно к нему попасть? Вот тетя, она пела у него в хоре. Она пела в хоре, говорит, пойдем, это он ничего никуда не напишет, ничего не... Это, свой вот, человек. Да, свой человек. Что крестил его знаменитый проповедник и богослов Александр Мень, Юрий Куклачев узнал намного позже. Он был тогда очень далек от церковной жизни. Тогда было важно другое – то, что священник слово сдержал, крещение осталось в тайне. Сначала я воспринимал это, ну, как что-то есть, вот что-то, не может быть так, ничего, что-то есть. И в церковь придешь, вот встану, закрой глаза, хорошо, так приятно, поют, вот этот запах ладана, все так приятно. Вот чувствовал, что мне здесь хорошо. Благодать. Да, вот уютно, знаете, уютно. Он познакомился с Евангелием во время одной из поездок в Европу. Гастролировал с кошками во Франции. Однажды в своем номере в отеле наткнулся на непонятную книгу. В Париже нам подсунули Евангелие. Да, но не полную Евангелие, а от Иоанна. Знаете, подсовывали там Солженицына, всякие такую антисоветскую литературу. Вот тоненькую. Я смотрю, что такое? Прочитаю, ну что такое от Иоанна. И я прочитал. Я как сел, она сразу раз мгновенно и прочитал. И я так прочувствовал это. Это уже я в возрасте, я уже закончил цирковое училище, уже стал знаменитым артистом в Париже, там известность большая. И вдруг я почувствовал именно, понимаете, дух Иисуса, его вот эту силу, мощь. Когда они его прибивают гвоздями, он говорит, и врага своего возлюби. Как это так, врага? Я все не мог понять, как так можно... Ну ладно, возлюби ближнего, как самого себя. Ладно, ближнего как-то понятно. И там детей, маму, папу, там родных, соседей. Ну как, а врага, который там стреляет, бьет, убивает, как его возлюбить? Понятия невозможно было. Евангелие пронзило и поразило.
Помимо этого невозможного осознания любви к врагу, одновременно он совершенно четко осознал другое, осознал истину, что Христос не выдумка, Христос был и есть на самом деле. Я понял, что он был на самом деле. Это не может быть, это не сказка, это не выдумка, это настоящая жизнь. Он действительно вот пришел же через женщину, эту женщину Господь выбрал одну, вот Марию. И каждую секунду, как только я просыпаюсь, вот он во мне, а я в нем. Вот это неразделимая вещь, это все. После возвращения в Москву он нашел и прочитал все Евангелие, а вслед за ним стал читать и изучать молитвы. Внешне все оставалось прежним. Цирк, гастроли, семья, кошки. Но внутренне он уже не был похож на себя прежнего. И у меня как-то молитвослов был как-то так. Ездил в багаже, на всякий случай мама дала. И я его так начал читать на ночь. И чувствую хорошо, то уснуть тяжело, а здесь как-то мне легкость. Думаю, я день читаю, два, три, потом думаю, надо что-то «Отче наш», там еще я уже вот, правда, знал наизусть. Там еще какие-то молитвы, там Иисусову молитву. Все-таки тетя меня научила каким-то таким. И вот я все, что знал, я и чувствую как-то мне, потому что очень трудное напряжение, дни были тяжелые и физически, и морально. И здесь, а это как-то восстанавливало. Я-то побежал в церковь, взял псалмы, начал псалмы. И вдруг вижу псалмы, большая такая черная книга. Я ее взял и, конечно, зачитался, и настолько она меня вот повела. Силу псалтири он вскоре увидел в реальности. Это было настоящее чудо. Однажды его театр пригласили на гастроли в Америку. Выступление русского клоуна зрители встретили на ура. Что ни концерт, то аншлаг. Куклачёва и его кошек американский зритель влюбился с первого взгляда. И все бы прекрасно, и пора ехать домой. Но тут организаторы поменяли условия. Мы работаем в Америке. Надо было там в Нью-Йорке. Продали 10 аншлагов, 1500 народу. И у нас был 4 дня выходной. И просят канадцы, там, говорят, слушай, дай нам Куклачёва на 4 дня, мы сейчас здесь тоже денег соберем. И нас отправляют туда, мы отработали, едем обратно. А дальше как в боевике. Организаторы оказались самыми настоящими бандитами. И после того, как театр Куклачёва не выпустила американская таможня, в ход пошли шантаж и угрозы. А американская таможня говорит, стоп, пограничник говорит, стоп, вы уже все. Вы выехали из Америки, все, выехали из страны, обратно мы вас не пускаем. Как не пускаем? Я звоню, вы, ребята, что же вы натворили? А там аншлаги продали на миллионы, они с ума сходят, что делать? Они начинают мне угрожать. Мы, садись в багажник, мы тебя провезем в багажнике, отработать надо обязательно. И так душат все это, понимаете, деньги такие, миллионы уже долларов. Что делать? В этот момент Юрий вспомнил про молитвослов. Он возил его с собой на все гастроли. Я беру молитвослов и начинаю читать. И они мне звонят очередной раз. Все, значит, подъезжает машина, ложится в багажник, рассказывает, видишь, как они меня перевозят через границу. Кошки так проедут, это ничего не надо, а вот людей нужно таким образом перевозят. И вдруг у меня прям внутри детектив. Появляются слова. Я вдруг не ожидал сам у себя, говорю... Ребята, вот все, что вы сейчас рассказали, я записал на телефон. Записал на этот... Запись произвел. Я сейчас поеду в полицию и все это покажу. Они решили меня бросить. Дают шоферу команду. Ты, значит, в степь их вывези, брось и уезжай. Тот вывозит в степь, представляете, в Канаде, в степь на дороге, выгружает кошек, все реквизиты. Я говорю, Гриша, ты делаешь большую ошибку. Вот ты нас выгрузил. И поехал. Молодец. Но ты же соображай. Это они тебе сказали так сделать. Но подъедет полиция, я твой номер сфотографировал. А что делал? Я говорю, привези меня в аэропорт и брось там. Привез в аэропорт, бросил там все и уехал. Фу. С кошками? Кошки, реквизит, все. Да? Я иду, значит, к начальнику аэропорта. Он говорит, Юрий Дмитриевич, Монреаль, самолет летает 2 раза в неделю. Билеты на месяц проданы. Да вы что?
Обманутый, выброшенный со своими артистами в канадском аэропорту, без билетов, денег и перспективы улететь, он снова вспомнил про молитву. Я в таком трансе, ужас. Все, безвыходная ситуация. Я, конечно, вспоминаю, как бабушка, отец мой говорил, безвыходной ситуации садись и читай молитву. И я начал читать. Не просто читать, а вот каждой волосинкой, каждой частичкой тела. Вот это надо... Трудно понять, что, в какой вы ситуации, безвыходной. Ты все, ты выброшен, как бы со скалы тебя сбросили. Все. Читаю полчаса, и вдруг поднимаю глаза и вижу, снег пошел. Снег. Осень была, и вдруг снег пошел. Я думаю, странно, я опять дальше читаю. Читаю, да, а он еще сильнее идет. Выпал такой снег, завалил, вся страна встала. Вот вон реально Оттавы замерли. Движение остановилось, все сидят, выкапываются. Какие-то движение остановилось. Вообще темнота наступила, ночь. Грейдеры чистят полосу, потому что наш самолет из Советского Союза летит 9 часов над океаном. У него топливо, сесть некуда, ему только может сесть сюда. Начальник подходит ко мне. Смотри, самолет садится, один самолет сел. Пустой аэропорт, никого. Он подходит, говорит, Юрий, никто не приехал. Садись, ты один. И я один сажусь с кошками. Вся моя программа, все ребята, реквизит, все грузят. И мы взлетаем. Скептики рискнут назвать это событие случайностью, но он-то знает истинную причину произошедшего. Чудо какое. Это... А? Не описать. Кто-то просто мне может сказать, ну это нечаянно, течение обстоятельств. Да. Ну говори, говори дальше. Я знаю, что случайно, это я вот свои... А что читали-то? Какую молитву, Юрий? Псалмы. Псалмы? Псалмы. Я читал псалмы. Это какой-то мощнейший. Ой, это какая энергия в них, какая сила. На благодатный огонь Юрий Куклачев попал случайно. В 88 году впервые приехал в Израиль с программой. Русский цирк с кошками произвел в недружественной тогда обстановке полный фурор. Не было дипломатических отношений. В это время там в Египте русские, советские, израильские самолеты друг друга, там война шла. Вот. И был такой антагонизм, даже посольства не было. Но мы все-таки через, помню, какую-то страну нас сюда привезли. Но мы приехали в Тель-Авив, представляете, 88 год. Я знамя израильское и советское. И гимн. Та-да-да-да. И все. Кошники все встали. Хватит воевать, давайте дружить. Понимаете? И такой спектакль радостный, все в восторге. Это была, конечно, сенсация. Тогда, в свой первый приезд, он успел побывать на экскурсии у гроба Господня, но как-то мимоходом, спонтанно, а через несколько лет приехал с супругой уже сознательно. И вот я помню, мы приехали. Я первый, что мы сразу в Иерусалим, к гробу Господню, а сидят бабушки. Я говорю, чего вы сидите здесь? Она говорит, а мы священный огонь ждем. Я говорю, какой огонь? Ну, с небес огонь спустится. Я думаю, представляю, ну, бабка. Я говорю, Лен, ты знаешь, что они сидят? Нет, они священный огонь ждут. С небес какой-то огонь придет. Это бабки с ума сошли. Приезжаем домой в гостиницу, включаем телевизор. А по телевидению это уже начали показывать. Мамы родные вещают. Я эту бабку вижу, сидит, и она свечу зажигает. Я думаю, Лена, какие мы идиоты, мы над ней посмеялись, какой мы ужас, грех сделал. А это на самом деле, а что, как стал спрашивать, никто же не знал. Стали рассказывать, что это, оказывается, вот на гробом Господнем появляется сияние, все. И мы начали, я поставил задачу, надо обязательно прийти, приехать. Но и здесь все было непросто. Чтобы увидеть схождение благодатного огня, Юрию Куклачеву и его жене пришлось пройти немало испытаний. Даже в следующий год мы приехали, мы еще не были готовы, и Господь нас отказал. Мы приехали в субботу, когда уже огонь пришел. Мы не готовы. Мы опять год ждем, я готовлюсь. В пятницу, помню, в 2 часа мы заняли место. В пятницу к ночи уже там вся церковь битком. Я вспоминаю вот это состояние, когда
ведь никогда же не сидел на этой рыболовном стульчике. Столько же 20 с лишним часов просидели. Представляете, все сводит, ноги сводит. Встанешь, только вот так, и опять сесть. И вот, и у меня внутри голос. Ну ладно, что ты ерунду? Там спичками зажигает и все. Да, ерунда, езжай домой. Посмотрел на всех, а все бабушки сидят и читают молитву. Я думаю, а что я просто сижу как дурак? Тоже достал молитву слов, стал читать. И действительно, сразу легко. И вот когда, я помню, патриарх вынес свечу, и там подбегают люди, они, вестники, несут огонь, потом раздают нам. И мы сидели рядом с супругой, мы были третьи, значит, от патриарха. Вот там произошел вообще полный переворот меня. Это единственное место на планете, где кошкам и собакам дается полная свобода показать свои способности. Конечно, для нас самое дорогое – это кошечки и собачки. Это наши друзья, которым мы дарим свое сердце, а они отвечают взаимностью. Что такое любовь? Это энергия, это чувство, которое только держится на взаимности. А еще это единственное место на планете, где животных называют не просто кошками, а артистами. Главный специалист по ним еще на заре своей карьеры понял самое важное в кошачьей философии. В хрустальном замке у Юрия Куколачева 200 питомцев всех пород. Это единственный в мире музей кошек, в котором животные свободно ходят, возлегают на подушках и чувствуют себя настоящими хозяевами. Замок из горного хрусталя, мрамора и отделки из мозаики едва не стоил его хозяину работы. За роскошный ремонт он действительно чуть не лишился работы. Пришлось убеждать. Мрамор и стекло из хрусталя – необходимость, долгосрочное вложение. С тех пор никакого запаха. Кругом стерильная чистота и благодать. Это носик, этот банан, это ночка, это чубайс рыжий. Там прям насыпали. Вот. Кто хочет кушать, поел, подошел, покушал, кто не хочет, отдыхает. Окно открыто, прохладно, да, дует ветерок. Это еще вопрос, кто кого учит. Прежде чем стать их дрессировщиком, ему пришлось немало поработать над своим характером. Кошки каждый день учат его смирению. Дело в том, что с кошками надо немножко было себя изменить. Изменить надо выдержку, нужно терпение еще больше, еще никакого гнева. Никакого, я немножко вспыльчивый был, вспыльчивость убрать, я отобрал целый ряд упражнений. Большая была работа над собой. Иначе кошка тебя сразу ушки прижимает, хвостик, и все, не понимает тебя, я тебя не слышу. Контакт прекращается. Я искал пути, чтобы себя воспитать, чтобы кошка меня почувствовала. А оказывается, я, так сказать, это подводил. Здесь все на нравственности построено, все на этом заложено. В следующем году театру кошек Куклачева будет 30. Секрет успеха он, не скрывая, делится с юными зрителями. У каждого необыкновенные способности. Только не сидите сложа руки, не ждите. Сами ищите в себе свой дар. Сами развивайте его. Детский смех – это как птичья трель. Я прям так радуюсь. Ой, дети смеются. Ой, какое счастье. Пусть они еще побегают. Кричат, шумят. Говорят, ой, дети, это раздражает. Что такое? Как дети могут раздражать? Ребята шумят, играют. Там, это ангелы. Они еще не захвачены этим стяжательством. У них все чисто. Взгляд, помыслы, все еще. У них все откровенно. Понимаете, они еще в этом Божьем, так сказать, творят радости. Мы же пришли в этот мир, мы пришли радоваться. Понимаете, даже в Библии сказано «радуйтесь». «Всегда радуйтесь» – это цитата из Евангелия любимого Юрия Куклачева.
Он исследует всей своей жизнью, а еще непрестанно молится и за все благодарит.